Всем привет! Это специальная рубрика для моего телеграм-канала Алико, которая называется «Алико and my bag». Сегодня у меня в гостях Мария Виноградова. Мария, что у тебя в сумке? Здравствуйте, меня зовут Мария Виноградова, я ведущая балерина Большого театра. Сегодня я снимаюсь в рубрике «Алико and my bag» и расскажу, что находится в моей сумке. Вот такая у меня сумка русского бренда «Like an Art». Создала ее моя близкая подруга Евгения. Евгения вдохновилась русским балетом и делает такие прекрасные вещи. Ну, начнем. Конечно, телефон — это первое, наверное, что лежит в сумке у каждого человека. А далее моя косметичка, также бренда Like an Art. Это потрясающая вышивка. А в косметичке Романова мейкап. Вот такая маленькая сумочка с драгоценностями для спектакля, для обычной жизни. Не будем углубляться. А кошелек Bottega, к сожалению, больше не выпускают, поэтому хожу со старым пока. Обязательная часть моей сумки — это крема. Крем для кутикулы, крем для рук. Они всегда у меня разных брендов, и крема у меня везде, в машине, в театре, во всех сумках. Так же, как и бальзам для губ. Это то, чем я пользуюсь постоянно, и только вот этот спасительный бальзам Estée Lauder заботится о моих губах как никто. Поскольку мой образ жизни весьма подвижный, и порой я не успеваю ни пообедать, ни поужинать, у меня всегда есть с собой вот такая штучка, батончик. Иногда он бывает протеиновый, иногда обычный, что спасает меня при долгих нагрузках. Наушники, ну, всегда греюсь на репетицию или готовлюсь к спектаклю под музыку. Может быть, что-то вдохновляющее играет у меня. Ключи от дома и ключи от гримерки, естественно, с пуантами. Капли в нос, тоже постоянно со мной. Парфюм, которым я пользуюсь уже много-много лет. Куркиджан, Баккара Руж. Удобный формат, который влезает в любую сумочку, маленькую, большую, и со мной всегда и везде. Супер спасение от уставших глаз — японские капли. Капли эти очень такие термоядерные, но зато работают на 100%, и всегда перед выходом на сцену я ими пользуюсь, потому что в процессе яркий свет, глаз устает, пыль от декораций, и, в общем, это меня спасает. Блеск для губ, тоже Оли Романовой, я патриотично пользуюсь нашей косметикой. Ну и, конечно, как у любой балерины, во всех карманах, во всех сумках, везде, дома, во всех ящиках, тумбах, в закоулках у меня лежат шпильки. Шпильки разной длины, разного формата, ну и резиночки. Вот, на этом все. Я показала вам все, что находится в моей сумке и перемещается со мной из сумки в сумку каждый день. А, кстати, я заметила очень красивый костюм. А что за бренд? Спасибо, тоже наш русский бренд 1811. Да ладно, да. Я не признала, очень красиво. Очень классные вещи делают. И основательница бренда, она была на моих спектаклях. И тоже, я надеюсь, немного ее вдохновляю. Балет — это одно из самых прекрасных видов искусства, на мой взгляд. Кто вам делает наряды? Как это вообще все выглядит? Чем вы вдохновляетесь? И участвуете ли вы сами в процессе создания каких-либо костюмов? Если готовится новый спектакль, у нас есть эскизы, есть художник, который придумывает эскизы, дальше делают макет, все подгоняют под фигуру, и далее процесс идет отделки какими-то красивыми камнями. Или вот условиями. Там вы имеете какой-то вес? Нет, эскизы. И даже да. Там мы не имеем вес, к сожалению. Мы идем строго то, что предложил художник по костюмам, и нарисовал, как он эскиз. Ну, балерин — это вообще, мне кажется, какой-то даже не столько человек, сколько робот, который постоянно занимается, у которого невероятная выдержка. Я не знаю, как еще на что-то обращать внимание, кроме как на свою работу, там, на моду, на какие-то другие ответвления, там, с друзьями погулять, пойти. То есть вообще у вас есть на это время? У нас работают девчонки, у которых по трое детей. Вот у меня дочка. И ты всегда при хорошем большом желании найдешь время на себя, на ребенка, на работу и успеть везде и все сделать. Если есть стимул, есть какое-то движение в жизни, можно успеть все. Спасибо вам большое, что показали сумку, было очень интересно. Спасибо. И мне очень сумка сама понравилась. Классно, да. Что это российский дизайнер. Да, здорово. Сегодня я снималась в рубрике «Алико in my bag». Спасибо за просмотры.
Друзья, спасибо, что досмотрели выпуск «Алеко Набег» до конца. А для тех, кто хочет посмотреть все выпуски и всех героев, которые участвовали в рубрике, вам нужно зайти в мой Телеграм по хэштегу «Алеко Набег» и нажать стрелочку вверх. Вот и все. Наслаждайтесь новыми выпусками и следите за каналом. Спасибо, что подписались. Я надеюсь, что вы уже это сделали. Пока.